Всем огромнейший привет! Сегодня у меня на мукбанг картошка на сливках с сыром, с чесноком. Котлеточка по-киевски. Понравилась она мне. Зеленый лучок свеженький. Запивать будем J7. Вот такой фигней. Елочка. Последний день. Последний раз она присутствует. Вкусненько. Итак, всем приятного аппетита и всем привет. Это все куплено в Магните. Вкусная картошка. Прям чесночок. Сливочная, сырная, очень вкусная. Ням-ням. Как у вас дела? Как настроение? У меня замечательно. Съездили в деревню. Отдохнули 2 дня. Шашлыки, друзья мои, мы не делали. Потому что мороз был 32 градуса. Ну какие нахрен шашлыки? Тетя Наташа испекла свои шанишки. Очень вкусные. Ну, вы видели, я показывала. Картошечка просто душевная. Сходили? Нет, не сходили. Мы не сходили с Лешей. В баньку ходили. Тетя Наташа с сыном. Мы не ходили. Так, я хочу, если там что-то вылится, чтобы оно вылилось на картошку. Нет, по кайфу. До этого еще надо добраться, чтобы что-то вылезло, вылилось. В общем. Я все новости рассказывать пока не буду. Расскажу, что уже что сделано. Мы обещали Насте летом, вот как она поступит, подарить ноутбук. Ну, летом. А вот что-то вчера думали, сидели. Лёша решил свою проблему насчет машины. Это все потом, друзья мои. Это все, наверное, ближе к лету я вам все расскажу. Не сейчас. Не. В этот раз не что-то в этот раз суховатая котлета. Я говорю, ты себе вот так и так, короче. Я говорю, ребенку ноутбук обещал. Собирайтесь, поехали. Поехали в Эльдорадо. Выбрали комп. Игровой, мощный. Asus. За 140 рублей. Тысяч. $139,999, вот так, да? Выбрали коврик, мышку и херня такая, короче, подставка, на него ставится ноут и вентиляторы обдувают его, чтобы он не грелся. За это за все мы заплатили 165 тысяч, по-моему. Я сняла обзор, распаковку, Настя снимала, я ее снимала, Настя все это показывала. 165 тысяч, ну, обошелся ноутбук со всеми причиндалами и приколюхами.
Она очень рада. Ну вы представляете, да? Реакцию ребенка на компьютер, на ноут. Все она себе уже там сделала. Я говорю, меня спрашивают, тебе, говорю, сейчас надо заниматься? Да, говорит, надо. Я говорю, вот, скачивай, что надо, и занимайся. Что-то котлетка мне не понравилась в этот раз. Полно зелени, но нету масла. Масло где? Масло зажали. Я буду жаловаться. Так что вот так вот. Это была первая крупная, очень крупная для нас, по крайней мере для нас, покупка в этом году. Но сегодня, что я вот и купила эту всю еду, мне пришлось ехать и менять эту вот подставку с вентиляторами. Она стоила там 1900 рублей, короче. Потому что один вентилятор, там 4 вентилятора, короче. Один не работал. Ну, брак. Поменяли без проблем. Без проблем. Картошка обалденная. Картошка вообще супер. Вкуснее, чем эта котлета. Так что вот так вот. Вы скажите, что-то еще хотела сказать? Забыла. Зато я сниму фигню. Нафиг она нужна. Ну, собаке отдам. Что-то хотела вот сказать. Вот мозги, да? Сухостой. Знаете, такое ощущение? Что котлета в двухдневной давности просто. Очень сухая. Но надо есть, надо жрать. Алло? Ноутбук? Можно страйки кидать теперь. На хитерюк. Направо и налево просто. Вы чувствуете, да? Оно просто сухое. Соскучилась вот по таким мукбангам, что я. Прям соскучилась. 3 дня не было, да, мукбангов? У всех. Леша себе сделал подарочек. Ну, практически. Насте сделали подарочек. А я в мае сама себе сделаю подарочек. Новый телефон хочу. Я вчера присматривалась в Эльдорадо. Вива. Телефон, короче. За 25 косарей. Ну, надо там еще. Мне нужна, чтобы была стабилизация камеры в телефоне, видео. Чтобы фронталка была хорошая. Что мне еще надо? Чисто для съемок. А в этом году еще ехать в Питер надо мне. Обязательно. Обязательно. В следующий раз, когда буду покупать котлету, всегда буду спрашивать, какого она года происхождения.
Когда ее делали? В каком веке? Сухостой. В тот раз, когда я первый раз была ракотлету, прям сочнейшая, нежнейшая. Вы мне напишите. У меня снята распаковка как бы. А, это укроп. Стоит, ну, выложить вам видюшку, распаковочку компа. Ноута. Или не стоит? Тетя Наташа приглашает в гости всех. Накормить своими шанишками. Еще я привезла с собой целый пакет шаник. Целлофановый. Осталось там пару штук. Но. Ребят, меня спрашивают много в духовке, про духовку. В духовке будет уже не то. Уже будет не то. В духовке тетя Наташа сказала, что они будут, ну, сухие. Кто-то спрашивал, если в духовке делать дрожжевые. Я не знаю. Это уже переделка получается, а это уже не то. Вкусно, очень вкусно. Я люблю вкусно пожрать. Чтобы было радостно в душе. Сегодня будем убирать елку, снимать все гирлянды. Все, Новый год кончился, друзья мои. Кстати, со старым Новым годом вас поздравляю. Через 4 дня ночи запущу стрим. Если у нас будет купель в этом году, хотя должна быть, у нас каждый год купель, обязательно буду запускать стрим, чтобы вы посмотрели. Возможно, ну, у кого-то тепло в Украине, да? Кто-то этого даже и не видел. Ну, по телеку только. Как и я всю жизнь. Друзья, спасибо, что покушали со мной. Комментируйте, оставляйте свои комментарии. Буду всем очень рада. Всех обняла. Всем пока-пока.